Опа! Я так и знал. Они существуют. Кинокомпания «Не та кнопка» и «Мозголом Продакшнс» представляют очередной скилловый видос с доступным оружием. Пошел в задницу, Кэп, что ты начинаешь? Нормальное оружие, оружие как оружие. Да, вот. Это реальность, ничего с этим не поделаешь. Это вот, это наш варфейс, я его люблю. Так что не умничай. В следующий раз АК-103 сыграем. Да, приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортик. Капитан Очевидность и Айнур Макаров поделился отличненьким анекдотом. Анекдот такой. Полный мужчина спрашивает эндокринолога: скажите, а есть какие-нибудь упражнения мне, чтобы вес сбросить? Эффективные? Есть, говорит, очень эффективное упражнение. Поворачивайте голову слева направо и справа налево. О, здорово, а как часто выполнять это упражнение? Каждый раз, когда вам предлагают еду. Да. Хедшот, детка, you us own. Вообще отлично идет, великолепно. Мне очень нравится. Поговорим мы сегодня с вами, дорогие друзья, о том, что наступила эра, когда будет властвовать РМ. Он уже по сути властвует, но сейчас это будет еще круче, поверьте мне. Именно так. Ракутагин, я вот смотрю, как эта пушка трясется в твоих руках и понимаю, что это твоя суть. Надо предложить разработчикам, чтобы они переименовали ее в Мортик 951S. Мортик, подожди. Вот так, даблкил, деточка. Давай. Да, пожалуйста. Да. Есть. Ух, эпик, детка, да. Тихо. Да. Так вот, РМ. Как вы видите, играем клан на клан. По сути, это КВ, если так подумать. На ГИПХЗ против клана на игре. Собирая скобку из 5 сокланов, вы запускаете РМ, вам попадаются противники. Чаще всего это тоже скобка. То есть, либо скобка из 3-4 игроков и кто-то там в рандоме, либо это просто друзья, которые собрались вместе, да, там не сокланы. Вот, либо это мультикилл, да. Правильно говорят. В руках рака и имба дефолт. Пошел в жопу, Кэп, что ты деваешься? Нормальный какой дефолт. И что, она не такая уж и имба, кстати, сегодня. Ну, имба, да, ну, так вот как-то. Ну, в общем, это долгий разговор, да. Сейчас за РМ, ребята, за РМ, вот сейчас это все началось, дают множитель X3. Это значит, что если вы играете обычное КВ, скажем, 8 на 8, по крабокоду, как угодно, в общем, да, обычное КВ в стандартной комнате, то вы получаете множитель X1. Да, именно так. То есть КВ серьезно порезали, все теперь сосредоточено на РМ. Именно так, на РМ. То есть, если вы хотите теперь попасть в платиновую, элитную лигу, хотя бы в платине где-нибудь сидеть, вам надо играть РМ. Шансов, вариантов у вас практически нету. Запустится новая гонка, это будет гонка РМ. По-любому, только РМ. Вариантов просто нет, друзья. Поэтому надо к этому привыкать. Экстрим множитель считается только когда вы играете вместе. То есть вот, вся команда — это сокланы, 5 человек. И неважно, какие у вас противники, это рандом, либо это тоже сокланы, либо это несколько сокланов, скажем, и какой-нибудь рандом или приглашенные друзья. В любом случае все это считается. Главное, чтобы вас было 5 с одного клана. Именно так теперь будет. Я, конечно, подозреваю, что у многих бомбанет, потому что скоро не клановых игроков на РМ вообще будет мало, но зато сюда перекочуют все клановые битвы. Это несет как плюсы, так и минусы. Среди неоспоримых плюсов это, конечно же, то, что... Тихо. То, что не будет проблем с поиском. То есть КВ, если ты уже играешь даже как-то средненько, многие не хотят с тобой играть, с кем-то ты не хочешь играть. Это еще проблема. Один. Эпичный раунд вошел в твою историю. Кэп, не каждый раунд я блистаю, согласен. Но вообще-то, если так разобраться, я на первом месте. Я тащу, то есть я эффективен в этом бою. Весьма эффективен. Да. Да? С колесом. С колесом, да. Я не скрываю. Так вот, это плюс.
существенный плюс. Плюс еще один, это то, что можно играть 5 на 5. Потому что часто про коробокоду, когда люди хотят очки кланов, там, в гонку участвовать, они играют 8 на 8, но не всем нравится играть в таком большом мясе. 5 на 5 это круто, я считаю. Но есть и минусы. Это то, что вы видите у меня сейчас в руках. Ведь здесь ты не можешь как договориться. И договориться никогда не получится. Даже не пытайтесь вести какой-то регламент, потому что человек так устроен. Если ты не можешь ему запретить, ты не можешь ему отказать в игре, а ты не можешь тут отказать, потому что это быстрый поиск, то по-любому нагиб. По-любому нагиб. Титаны, антихеды, ну и сейчас нету, в общем-то, да. Титаны, имба, все такое. Все здесь будет, друзья. Красавчик и... Рокутагин. Скилл проявлен. И даже, как ни странно, патроны остались. Спасибо, я ценю твою... Ну ты понял, да. Вот, что я вам рекомендую делать? Самое главное, здесь смысл видео. Берите калику, короче. Да, берите титаны, идите, гните. Не потому что вы плохие. Выбора, сука, нет. Рокутагин, а как же читеры? А что читеры? Читеры... Просто пи***сы. И все как бы. О них и говорить нечего, Кэп. Нагиб.